Но и не выручил тоже. Дмитрий Васильев! 4-2! Гол! Дмитрий Васильев. Красота. И поднимает руку, я так понимаю, в адрес Дениса Пархоменко. Он... Ну, о чем говорили тоже в перерыве, Диме посоветовал тренер как раз, Дмитрий Хохлов, по поводу того, что раз-два и бей. И вот он ударил, и вот он попал. Самая девятка, Денис Пархоменко оказался бессилен. Интересно, что, да, вы видите, Дмитрий.